Привет. Давай откомментируй твою работу. Первая поза. Скучная. Скучная поза. Полная асимметрия. Не делай таких поз. Делай более интересные позы. Вот, смотри, видишь, у него тело как палка. Сделай интереснее. Размести где-нибудь здесь вес. Сейчас, секундочку. Потом смотри, он поставь так тело, может немножко согни, то есть сделай его интересно. Он сейчас у тебя стоит такой симметричный солдат, не надо его солдатом делать. Ну, на больше, конечно, изменений вносить, нежели я внес, то есть он слишком симметричный, это во-первых. Во-вторых, поставь камеру, анимируй под камеру. Ладно, погнали дальше. Так, или у тебя тут есть камера? Нет, ты не на камеру анимируешь. Смотри. Так, давай еще раз посмотрим. Я в обратную сторону смотрю. Ну, во-первых. Вот он типа заряжается энергией, да, какой-то. Для чего вот это за жест? Мне, допустим, не, вот этот жест не понять. То есть мне не совсем понятно, зачем он делает вот этот начальный жест. То есть, ну ладно. Смотри. Хотя все очень равномерно. Надо играться с таймингом и... Блин, это что такое? Надо играться, грубо говоря, с таймингом сцены. Он у тебя медленно входит в позу, вот видишь, медленно. Я бы ускорил вот этот момент. Я бы ввел его в позу быстрее. Вот здесь его подержал бы в позе, вот в этой, еще внизу, потом бы раз резко вверх. Потом быстрее перевел бы его в это положение. Очень много надо править. Ну, просто очень много. Начиная с того, что у тебя очень равномерно двигается таз вот по этой оси. То есть, грубо говоря, у тебя вот вив, тут точка и тут. И просто вот такой переход с позы в позу равномерный. Ты компьютеру отдал всю работу. Это неправильно. То есть, если он присел где-нибудь, то надо подержать его в приседе. Подержать. Вот ты посмотри, как ты сам двигаешься. Ты же не равномерно переходишь с позы в позу. У тебя переходы быстрее происходят. Блин. Извиняюсь. Ты в паузах стоишь. А у тебя все очень равномерно. У тебя тут... позу равномерно вошел, вышел из нее, никаких акцентов, ничего. Убивает равномерность. И сними видеореференс, работай по нему. Точнее, или хотя бы основывайся на нем. Хотя бы тайминг с него возьми. То есть, ну, понимаешь, я, конечно, могу покритиковать то, что тут, допустим, вот он делает шаг, что здесь вес сюда не перенесен, что-то. Бедра вот так не работают, что тут спина чуть сюда не наклоняется. Но это все бесполезно. Тут надо именно работать над, над таймингом сцены, над действиями. У тебя очень все равномерно. Я не говорю, что везде надо вот там, чтобы резко было, но у тебя здесь равномерно вошел, здесь равномерно, здесь. Вот, вот сюда вышло равномерно, здесь равномерно. Ну, здесь резко движение, не спорю. У тебя очень, очень все такое равномерное. У тебя, как сказать, одинаково все. То есть одинаковый тайминг. Нет контраста никакого в этом всем. Ну, давай теперь, ладно, детали, пройдусь по деталям. Вот нога, допустим, у нас есть, да? Смотри. Во-первых, у тебя сейчас поза. Попробуй сам в такую позу встань. В ней очень сложно находиться. Она
инбалансная почти. И ты сейчас пытаешься сделать шаг с такой позой. Это во-первых. Во-вторых, ты ногу отрываешь. Ну, вот смотри, она не будет так отрываться. Если мы встанем, она отрывается постепенно. Вот так. Во-вторых, мы не задираем так сильно ноги. Понимаешь? Я бы вот, допустим, вот тут подержал бы еще. Вот так. Вот так. Да. И, допустим, сделал бы вот такой. А, ты как бы ногу приподнимаешь. Тогда можно. Блин, мне поза не нравится вообще ноги. Это некрасивые здесь позы получаются. Как-то. Типа он притопывает, да? Ну тогда надо быстрее, тайминг надо ускорить. Надо вот так. Тут еще можно с носочком поиграться. Интересно, где тут носочек? Там оверлап носка сделать. Вот такой вот. Но опять же, смотри, вот у него сейчас поза. Вот это. Ну, нога очень некрасиво смотрится. Она где-то вот здесь. Где-то вот так должна. То есть. Допустим, я вот. Очень некрасиво нога смотрится. Дай-ка я сцену перезагружу, чтобы понять вообще, что ты хотел показать. Ну. Блин, вот сейчас у него баланса в теле нет. Смотри, как я это определяю. Вот видишь, где твое колено и где твоя нога. У тебя колено чуть ли не выходит за ногу. Ты попробуй сам так встань. Вот здесь вот у тебя баланса в теле нет. Перс просто ебнулся бы нафиг. И если не ебнулся, ему было бы очень сложно в этом стоять. Лучше вот где-то вот так вот. Потом не совсем понятна мысль, зачем его ты подсаживаешь на этом движении, если он ногу приподнимает. Если ногу приподнимает, не надо его подсаживать. И когда он приподнимает, тело должно быть в балансе. То есть вот здесь вот. То есть как бы вот он приподнимает. Вес переносится сюда. Бедра можно вот так вот или вот так вот. Смотря как ногу сильно задерёшь. Вот он. Вот смотри, опять же, зачем ты тело опускаешь так сильно? Ты попробуй сам притопни. Если бы он бил в землю, то не спорю, да, там ты бы мог бы вот так вот. Тут подержал бы еще и так ударить. Но ты же притопывание делаешь, а при притопывании не ходит вес так сильно. Так вот так вот, зачем он? Это лишнее просто движение. Потом, блин. Ой, это немножко мешает. Сейчас смотри. Он ногу поднимает, сделает тут оверлап. Носочек, чтобы отставал. Здесь оверлап. Ну, такой, знаешь, легкий. И держи тело в балансе. Руки опять же очень симметричные, блин. У тебя все позы очень с абсолютной симметрией. Ладно, я еще вот здесь понимаю, но вот здесь ты их зачем симметрично опущенными? Главное, не очень неестественно смотрится. Так не знаю, как-то вот так сделай. Чё? А, я им руку сломал. Ну, поиграйся с ними, сделай их по-другому. Опять же, ну, почему так долго опускается? О, очень равномерно, даже не знаю. Ты можешь его вот здесь вот так опустить, подержать в позе. Ну, подержать, потом резко вверх. Ой, не знаю, блин, ну тут столько всего. Тут, конечно, рефлю лучше снять. Вот смотри, он сейчас двигается, у тебя все тело одним куском двигается. Вот одним куском. Просто одним куском. Спину можешь задержать.
Во-вторых, здесь перенос бы веса тела сюда был бы. Потом он вот ногу ставит, и вот он поставил ногу, и на нее вес переносит. У тебя вес тела, то бишь таз и нога приходит одновременно. Это очень неправильно. Тут, в общем, запиши реф, работай над позами, над контрастом, над переносом веса тела, над ноги проработай, позы рук проработай. Я не знаю, мне на самом деле очень сложно критиковать, потому что здесь все неправильно. Здесь, ну, блин, реально, я устану тут критиковать все это дело. Реально, запиши реф, лучше начни заново. Ты сделаешь лучше и сэкономишь свое время. Это я тебе гарантирую. Ну, не гарантирую, конечно, но в этом я уверен. Передавай по этому чуваку. Ну вот, уже лучше стало. Ага, ну как я и угадывал, смотри, он прыгает, бац. Вот он опять же не в балансе. Где-то вот так должен пропрыгивать, а ты его куда-то вот сюда сдвинул. Ты видишь, как колено над ногой далеко уходит, он бы просто упал бы в такой позе. Мне это бросалось в глаза, но с того ракурса я не слишком сильно понимал. То же самое здесь. Прыжок. Вот он, как будто он упрыгивает, вот смотри, вот сюда, вот в этой позе, как будто он сюда летит. Вот здесь надо как-то вот так сделать. То есть над позами надо работать тут. Раз, два, три. Потом он делает шаг, смотри. При шаге мы вес тела чуть сюда смещаем. И опять же, он у тебя вместе тело приходит на нога. Он сначала должен ногу поставить, потом должно тело прийти. Оп. Руки. Поработай над руками. Оп. Ну да, поработай над руками. Над плечами поработай. Вот. Как-то. Просто вот здесь вот у тебя рука как-то странная поза руки. Как тут все. Как тут крутить? Так что ли? Какие-то неудобные риги. Я вот вообще такой риг бы не использовал, честно говоря, для учебы. И тот риг, который в прошлой сцене я тоже нифига не использовал, неудобные. А тут еще FPS много жрет. Давай посмотрим на твой прыжок. Ну блин, слушай, но все равно такое ощущение вот здесь возникает, что он... Дай-ка вот. Не знаю. Надо поработать над ногой. Не знаю, мне реф нужно снять, да посмотреть. Сейчас, погоди. Так, я тут. Тут явно позу надо переделать. Блин, честно говоря, неудобно мне с этим рингом работать. Непривычно. Но поза... Тут все неправильно. Блин, я не знаю, тут надо брать и переделывать позу. Позу рук. Ну, я тут уже подправил, он летит куда-то. Давай посмотрим. А, ну так. Ну да. Если вот это убрать, он тогда получается что-то назад летит куда-то. Странно очень все это.
Блин, вот эта поза вот тут просто. Такое чувство, что его назад тянут. Вот я сейчас вперед. Ну, он это делает, все дело. Сейчас мы. Долго зависает. Ну, зависание типа мультяшное. Ай, блин. Мороки с этими ногами. И все равно не нравится мне все это дело. Все долго, долго, блин. Ты прям, не знаю, растягиваешь все это движение. Летит в него долго. Очень плавно. Чё у тебя пиздец плотно расставлен? Ну, он тоже получится. Садится тоже, блин. Как-то. Вот смотри, ты его нагибаешь, да? Ты его сначала нагибаешь, а потом он садится. Сейчас я как бы. Ну так вот, ты его сначала нагибаешь, а потом он садится. Она сначала, чтобы он стал вниз опускать, а потом он нагибался. Брать просто все вот так ключ удалять. Ну, блин, ну я не знаю, тут просто. Ну, реально, сними лев просто. Очень сложно вот это все критиковать. Я бы на твоем месте не делал столько движений, я бы делал только один прыжок без вот этих опусканий рук. Это все лишнее. Это... Зачем ты это анимируешь? Тебе надо сейчас добиться, чтобы у тебя тайминг нормально работал. Сними референс, возьми прыжок, перенеси с рефа тайминг. Более-менее у тебя правильно получится. Видео я имею в виду. Потом я уже откаменчу нормально. Ты просто реально в тайминге все плывет в тайминг.